Что же, всем привет, с вами Алекс Геймер, и сегодня я покажу, как сделать прикольную аватарку, как... Ну, прикольную аватарку, короче, без программ. Вот я тоже ее обновил, правда, она мне еще не совсем вот сделалась. Вот она. Видите, я и ник другого поставил. И вот. И как же все-таки сделать такую вот тоже аватарку прикольную, как у меня. Нам нужен панзоид, ссылку на него оставлю в описании. Заходим в него. Вот, панзоид, это вот можно там аутро скачивать, делать там интро. А тут можно еще делать и такие вот, то есть аватарки. Нажимаем вот сюда. Вот сюда вот нажимаем. А дальше вот этот бэкграундер. Нажимаем туда. Выбираем любой из них. Вот я тогда выбирал вот этот. Например, вот этот выберу. Тут ведь мало лентов. Ждем пока. Так, все. Дальше мы нажимаем. Вот сюда. И выбираем второй. YouTube Channel Icon. Нажимаем. Вот. Дальше нажимаем вот сюда и меняем вот текст. Вот он.